Накануне в Академическом театре имени Тургенева начала работу режиссерская лаборатория «Поиск героя 21 век» по пьесам советских драматургов 60-х, 70-х годов. В течение нескольких дней три режиссера создадут эскизы к спектаклям. Показ состоится в эту пятницу сразу на нескольких площадках театра. Зрителей, как искушенных критиков, так и просто любопытствующих, ждут к 14:00.